हरे कृष्ण जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद ओम ज्ञान चमरंदस्य ज्ञानंजना शवाकया चक्षुर्मीलिताम् येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टाम् स्थापितम् येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददति स्वपदंतिकम् वंशकौपतरुभ्यश्च कृपासिंहुभ्यो च पतितानां पवनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासरि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, добро пожаловать, дорогие преданные и все, кто нас слушает. Мы продолжаем читать Шри Чайтанья Бхагавату. Сегодня наиболее благоприятный день Господа Хари, Шри Экадаша Врата Киджай. И вчера вайшнавы отмечали день ухода Шива Вриндаван Дас Такура, автора этой замечательной книги, которую мы читаем. Как Шрила Прабхупада объясняет, великие преданные Господа Вайшнавы и сам Господь, они подобны солнцу. Они являются нашему взору или являются в этой вселенной. И в какой-то момент они уходят из этого мира, но это не значит, что они прекращают свое существование. Они живут вечно. Как Господь путешествует из вселенной во вселенную, так и его спутники всегда с ним, совершают свои замечательные игры с ним и являют эти книги, Шри Чайтанья Чаритамрита, Шри Чайтанья Бхагавата. В каждой из вселенных, где Господь являет свои игры, эти шастры также сопутствуют его явлению, чтобы люди во все последующие века, пока длится, скажем, этот золотой век, могли читать, слушать и прославлять, повторять его замечательные деяния, и движение Санкиртаны могло продолжаться, вдохновленное его трансцендентной силой и славой. Поэтому мы памятуем о замечательном вайшнаве, авторе этой книги, и читаем ее для того, чтобы наполниться славой Господа Чайтаньи, которую, как мы помним, мы читали, Господь Нитянанда Ананта Шеша проявил в его сердце. Только по воле Господа это трансцендентное знание о том, почему Господь является, почему Он приходит в этот мир, может быть открыто. Как мы читали в прошлый раз, даже Брама, Господь Брама и все другие полубоги. Господь Брама желал творить эту вселенную, и только совершив аскезу, только заняв себя преданным служением, он смог получить от Господа знание о его природе, Господа, о природе энергии и о том, как ему заниматься своим служением, как творить этот мир. И мы закончили наше чтение тем, что дальше мы читали о причинах явления Господа, более известной причине, когда Господь приходит восстановить религиозные принципы и уничтожить злодеев, помочь своим преданным, но, как говорил Вишванат Чакраварти Такур, более сокровенная причина его явления – утешить сердца тех преданных, которые скорбят в разлуке с ним. Если мы скорбим хоть немножко в разлуке с Господом, если чувствуем хоть немного эту разлуку, что мы разлучены с Кришной. Мы даже уже стали преданными, но все-таки нам еще далеко до его чудесных игр. Мы читаем, мы слушаем об этих играх, наше сердце очаровывается, но все-таки нам еще очень далеко. Если мы чувствуем разлуку со святой Дхамой, преданные уже более как год не могут поехать туда. Очень многие преданные пишут, как жалко, как замечательно хочется во Вриндаван. Разлука с вечным Вриндаваном, не просто с своим базаром, но разлука с играми
Господа, с чудесным даршаном божеств в Майяпуре и Вриндаване, со святыми местами игр Господа, со всеми замечательными преданными, которые в Святой Дхамме. Если есть такое чувство в нашем сердце, то Господь придет к нам в той или иной форме, проявится глубже, как святое имя, когда мы поспеваем, проявится как духовная радость, когда преданные вместе поют и танцуют, проявится, когда мы слушаем Бхагаватам или читание Бхагавату. Если такого чувства разлуки нет, если такого, как это, парипрашнана севая, мы все когда-то стали преданными, потому что мы хотели найти ответ на вопрос, почему мы здесь, кто мы, почему мы страдаем, и понять, кто такой Бог, ну и так далее. Все эти важные вопросы мы искали, ответы. А если нет такого, если мы не развиваем дальше, глубже этот процесс, если таких вопросов нет, животрепещущих, иногда преданным, ну, тяжело, трудятся все, очень работают. Брахмачари встают очень рано, читают миллион кругов святого имени, и все домохозяева преданные живут дома, очень много обязанностей и тревог. И, конечно, это тяжело, и можем сидеть на классе, глаза закрываются, и мы так погружаемся в сон. Но что может помочь нам оставаться, как это, не уснуть, но слушать внимательно, это жажда понять, как я могу встретиться с Кришной, как я могу развить в сердце эту чувство разлуки с Ним, чтобы Он пришел ко мне, как я могу встретиться с Ним, лично я. Господь стоит на алтаре, Он уже явился здесь, в этом храме, но Он может явиться лично в нашем сердце, проявиться там в полной мере и проявиться в полной мере в нашей жизни, с тем, чтобы мы действительно, как Господь протянул руку Браме, Брама молится во второй песне Бхагаватам, Чатуршлоки Бхагаватам, что ты протянул мне руку как равному, в такой дружеской форме, в расе дружбы практически Господь протянул руку Браме и принял его как почти как равного. Господь Брама обращается к нему. Это может случиться с каждым из нас, если мы будем развивать это стремление, когда придет тот день, когда я чисто буду повторять святые имена, и Господь как друг, как возлюбленный проявится в моей жизни. И тогда слушание во время класса будет не трудным, совсем наоборот. Кто-то из преданных может рассказать что-то еще важное для меня. Сегодня я пойму больше, как встретиться с Господом в моей жизни. Для этого мы читаем эти книги. Шрила Вриндаван Дас Такур, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур, который написал комментарий к этой книге, Шрила Прабхупад, по милости которого мы читаем ее. Они помогают нам развить это. Они дали нам все шансы для того, чтобы в нашей жизни это стало реальностью. Господь проявился в нашей жизни. И на этой очень интересной теме о том, как Господь проявляется, почему Он приходит в этот мир. Одна замечательная история, сегодня преданные рассказали ее еще раз, хотя уже много-много раз ее рассказывали, но я не удержался. Почему? Потому что интересно, как Господь даже в других своих аватарах, не только как Чайтани, Нитинанда, Адвайта, как они играют на страницах этой книги описано, но даже все другие воплощения Господа приходят для того, чтобы защитить преданных Санкиртаны и принять участие в играх Харинама Санкиртаны. Как мы читали последний стих, в последний раз мы читали, религия века Кали – это совместное воспевание святых имен Господа. Желая утвердить в мире принципы Харинама Санкиртаны, Господь пришел как сын матери Шачи, Шри Шачи Нандана. Джай Шачи Нандана, Гоура Хари. И Господь, даже как другие свои аватары, Господь является для того, чтобы вдохновить и защитить преданных Санкиртаны. Как в Шри Майяпурдхаме Панчататва явилась, чтобы показать пример трансцендентного духовного воспевания према Харинама Санкиртаны, вдохновить преданных. Радха Мадава и Аштасаки пришли, чтобы очаровать сердца преданных своей трансцендентной духовной красотой, сладостью своей Мададгурьей. И Господь Шри Нарсимхадев, Бхагаван Шри Нарсимхадев Киджай, Он пришел для того, чтобы защитить своих преданных Санкиртаны и успокоить их, что, как молится Бхактивинод Такур Шри Нарсимхадеву, пожалуйста, позволь мне защитить мое сердце, чтобы я мог в покое и умиротворении поклоняться Шри Радха Мадаве в Майяпуре.
Для этого приходит Шри Нарсимхадев. Он защищает своего преданного Прохлада, убивает Хираньякашипу, но для преданных Харинама Санкиртны, которые очарованы более, которые заняты, сердце которых очаровано более сладкими, близкими отношениями с Господом, Господь Нарсимхадев приходит их защитить для того, чтобы сразить демонов, каких-то обрывающих сердце иногда, может быть, когда преданные проходят анартха-ниврити, и даровав такой трансцендентный покой и счастье, дать им возможность в полной мере поклоняться Шри Панчататве и Рада Мадаве в Майяпур-дхаме, в этой дхаме и во всех других дхамах, где бы преданные не жили. В каждом месте, где живут преданные, там Вайкунха. И Атмататва Прабху рассказывает, как Шри Нарсимхадев проявился в Майяпуре в 84 году, в марте, в очередной раз местные бандиты, как их называют там, гунды, они напали на храм, сделать громче, сделать тише, повернуть лампу, окей. И они напали на храм, и преданные смогли защитить Мурти Шилы Прабхупады, но, увы, как это не страшно слушать, но так это случилось, они украли Мурти Шимати Радарани, и все преданные были вот полностью опустошены. Ужасно, совершенно ужасно. И тогда они решили, что надо сделать что-то очень серьезное с тем, что в будущем это не случилось, вот, ну, защитить божества. Там охрана, там у каких-то преданных были ружья, но еще преданные вспомнили, что тоже, когда Йога-Питх, храм в Йога-Питхе построили Бхактивинод Такура Бхактисиддханта Сарасвати Такур, за полвека до этого или чуть больше, тут тоже там нападали на храм, и тогда Бхактисиддханта Сарасвати Такур установил там божество Нарсимхадева, и после этого нападения прекратились, и преданные решили, почему бы нам тоже не установить Нарсимхадева, и не просто Нарсимху, но Угра Нарсимху, как Господь Чайтанья разгневался ужасно, когда Джагай Мадай напали на Нитянанду Прабу, и хотел также проявить эту грозную форму, и только, скажем, не эту именно форму Нарсимхадева, но проявил этот гнев, подобный гневу Нарсимхадева, который защищает своего преданного так, и только по молитвам Нитянанды Прабу он как бы так решил не убивать их своей чакрой. Так и преданные решили, пусть Угра Нарсимха защитит преданных Санкиртны в Майяпуре. И Атмататву Прабу отправили Джай Шиши, Джаганат Баладев Субадра Шинита Гора Чандра Киджай. Чуть не сказал Шри Нарсимхадев Бхагаван. Нарсимха на алтаре тоже. И они отправили его в Южную Индию к одному очень известному стапати мастеру, который вырезает из камня божества. Один из самых известных. Но когда Атмататва Прабу передал ему просьбу преданных, он категорически отказался, сказал, что такое мы не можем делать. Вот это совершенно такую ужасную форму, и мы не делаем, не можем. И он даже все равно Атмататва Прабу много раз туда ездил, просил его. И тогда мастер обратился к своему духовному учителю Шанкарачарье из Канчапурам. То есть в каждом мадхе последователи Шанкарачарьи, главу мадха называют Шанкарачарьи, главного монаха, грубо говоря. То есть, ну, это его учитель, так или иначе. И когда он узнал о подробностях, он тоже так засомневался, сказал, что последний раз это делали 3000 лет назад, очень возвышенные, особые там страшные ритуалы, и эта форма совершенно ужасная, никто это не делает сейчас. Они что, хотят уничтожить свой храм? Поклоняться ему может только тот, кто брамачари с детства, следует очень строгим обетам, следует очень строгим правилам и так далее. Иначе он уничтожит все это место. Последний раз это сделали там в каком-то месте в Южной Индии. И сейчас, поскольку со временем это поклонение пришло в упадок, это место сейчас совершенно опустошено, там даже животные не живут. Таков гнев Нарсимхадева, если вы что-то делаете не так. Но Атмататва Прабу молился снова, приезжал туда, молился Шри Нарсимхадеву: пожалуйста, если ты хочешь проявиться, приди, сделай так, чтобы это случилось. И тогда каким-то чудом этот Шанкарачарья, все-таки подумав, что это искон, как-то поразмыслив, во сне пришел сначала этому мастеру, сказал, сделай для них, сделай для искон. И потом на следующий день пришло письмо от него же, в котором он пишет, сделай это для искон. То есть это
несомненно, сам Нарисимхадев. И тогда он решил, хорошо, сказал, я сделаю это. Они стали обсуждать подробности, рисовать. В Майпуре преданные нарисовали эскиз, как это должно быть. И мастер сказал, да, он стал читать из стала Пураны. То есть это шастры, которые описывают разные формы божеств, которые они делают. Там очень строго все, это не просто так. Вот. И они решили, что это будет одна из форм Угра. Там есть 9 разных форм Угра Нарисимхи. Одна из форм, кажется, стана Угра, который выходит из колонны, так вот полуприсев, и его грива источает огонь, его грозные глаза осматривают все вокруг, глядя на врагов преданных, и у него когти вот так вот готовы разорвать врагов санкиртаны, и одна нога немного вперед, на полусогнутых ногах он готовится выпрыгнуть из колонны, такой грозный образ. Вот. И мастер сказал, хорошо, я ее сделаю, это займет полгода. И Адмататва Прабху очень счастливо уехал, и через 4 месяца вернулся уже с параферналями, и когда он приехал, он увидел, что не сделано вообще ничего, ноль. То есть, как в Индии так бывает иногда. И он совершенно обеспокоенный мастеру сказал, ты же сказал полгода, мастер сказал, что все будет сделано, но это очень сложная работа, я даже не нашел еще камень, из которого я буду его делать. Он сказал, да вот камней в Индии очень много всяких, бери любой камень и делай. И мастер так с укором посмотрел на него и сказал, это же не ступу делать, не горшок из камня, это форму Господа делать, есть наука, этот камень должен отзываться в 7 местах определенным звуком, который описан в шастре. Это один очень важный признак, а другой признак – это то, что есть какое-то насекомое, что ли, которое ест камень, грызет червь, который грызет камень. И он должен этот именно кусок камня прогрызть насквозь, так, чтобы через эту дырку было видно свет на другой стороне. Там есть другие признаки еще. То есть это не как делают новые формы Джаганатхи Баладевы и Субадры, там целая история, как они это делают, такая совершенно мистическая, так и здесь. Вот. И тоже этот процесс занял значительное время, наконец-то он нашел этот камень, тоже прошло еще какое-то время, а потом они стали с ним обсуждать, он от Мататва Прабху сказал, я совсем забыл, нам нужен еще Прохлад Махарадж, можете ли вы сделать? И он так спокойно говорит, совершенно нет. А почему? Сделайте вот чуть меньше, чем полметра Прохлад Махарадж. Он говорит, Прохлад Махарадж, если Нарисимхадев 170-180 сантиметров, Прохлад Махарадж должен быть размером с амебу. А если он полметра, тогда Нарисимхадев должен быть 200 метров. Это такие правильные размеры, только так можно сделать. Очень долго они спорили, наконец-то мастер устал, согласился, сказал, это не по правилам, ладно, мы это делаем, хорошо, я сделаю, как ты хочешь. И тоже очень такой долгий, он много раз туда ездил, молился Нарисимхадеву, ну, пожалуйста, позволь, потому что полгода уже прошло, как бы мастер все еще это делал. Он целыми днями, неделями сидел, глядя на этот камень с мелом в руке и ничего не делал, просто так вот медитировал и искал эту форму там. Наконец-то они обтесали общую форму, и по мере того, как он стал проявляться, Адмататва говорит, что он очень обрадовался, потому что ну, совершенно удивительное, красивое, прекрасное божество стало проявляться из камня. Постепенно мастер сделал, Господь проявился из камня, и когда он уже полностью его закончил, он решил его оставить на несколько дней, куда-то там то ли в паломничество пойти, то ли с кем-то куда-то поехать. И это был сезон дождей, когда идет дождь. И эта мастерская, это просто хижина, покрытая соломой. Тем не менее, через пару дней там начался пожар, и все это здание полностью сгорело, но божество не пострадало. Практически все сгорело, кроме самого божества. И тогда уже мастер сам стал звонить ему и просить, пожалуйста, приезжай, забирай, он готов, забери его, пожалуйста, потому что он сожжет здесь все вообще, он сжег мою мастерскую, он хочет уехать. И там тоже целая эпопея была, как они его, они взяли грузовик, наполнили его песком, и как они его туда поднимали, он весил тонну самого божество весило тонну. И обычно, когда его устанавливают уже на месте, самое последнее, что мастер делает, это прорезает ему глаза, и тогда божество, они делают церемонию, божество как бы оживает. Но в этом случае мастер, он, видимо, хотел, чтобы Господь уже ушел. Он прорезал глаза на месте. А, и там еще, чтобы просто его отвезти, надо было разрешение директора археологии Индии, директора музеев и такс
директора департамента налогов, и это из Дели, им пришлось их туда привезти, и тоже это занимает обычно недели и месяцы, но поскольку, как он говорит, я так понял, что уже божество проявилось, они когда его увидели, они сложили руки и за одни сутки подписали все, хотя обычно это занимает недели и месяцы, особенно в Индии. Из моего личного опыта что-то может занимать недели и месяцы реально, и торопиться совершенно бесполезно. Вот. И они привезли его в Майяпур. Действительно, он говорит, у меня было такое ощущение, что Господь здесь, Он действительно проявился, он хочет там, Он хочет быть в Майяпуре, Он хочет проявиться там, чтобы защитить своих преданных. Без всяких препятствий они очень благополучно туда доехали, преданные с таким замечательным киртаном его встретили и стали устанавливать. Но поскольку он говорит, я слышал долгое время о том, что угра форма, она действительно как бы Господь в гневе, Он защищает своих преданных, но все равно Он в гневе. И всякие вещи, если что-то будет не так сделано, какие-то вещи могут происходить, такие как там огонь или что-то еще. Он говорит, я ожидал этого рыка, я думал, что может случиться, немножко переживал. И когда его во время церемонии усыновления преданные устроили такой громоподобный киртан, И когда он услышал это, он понял, это рык Нрисимхадева, рев этого киртана, когда преданные восторженно танцевали, Господь проявился, чтобы защитить не только там миллионы-миллионы лет назад, чтобы защитить своего преданного Прохлада, он пришел сюда из любви к преданным санкиртаны, которые страдают в разлуке с Господом и так любовно поют киртан. И он пришел сюда, ответив на любовь преданных, он проявился там, действительно, на самом деле, очень такая трогательная история, не в смысле сентиментальная, а в смысле, что это духовная реальность, мы живем сейчас здесь. Это было в 85-86 году, но это совершенно не важно, когда это было. Эти истории хоть миллион лет назад, хоть там 40-50 лет назад, хоть сейчас, Господь всегда проявляется, слыша зов своего преданного. Как Шрила Прабхупада говорит, если мы повторяем Харе Кришна мантру, будь то джапа или киртан, как ребенок плачет по матери, тут же мать отзывается, истинная любящая мать. И Господь — это самая любящая из всех матерей. Интересно, в одной лиле, в читании Бхагавати описывается, что Господь стал как любящая мать для всех преданных, которые там были, для своих близких спутников. Он Кришна Мата, Кришна Пита, Кришна Пранадхан. Кришна – это мать и отец для всех преданных, и Кришна – это сокровище нашего сердца. И он проявляется, как говорит автор в предыдущих стихах, тогда, когда преданные очень сильно желают его видеть. Когда, если наше сознание Кришны, иногда мы живем дома для тех преданных, которые не живут в храме, иногда запыляется, и мы вспоминаем, мы же преданные, как же мое сознание Кришны, мы начинаем очень искренне повторять святые имена, слушать Бхагаватам, общаться с преданными, Господь проявляется снова, чтобы очистить зеркало на нашего сердца. То есть это трансцендентный мистический процесс, он всегда проявлен, он всегда работает. И мы должны стараться развивать такое чувство разлуки, чтобы Господь проявлялся в нашей жизни больше и больше и больше. То есть вот эти стихи, которые мы читаем, можно слушать это немножко формально, там Бог сказал, я приду и установлю. И, ну, мы это слышали уже много раз, с одной стороны, но с другой стороны, это реальный живой процесс бхакти. Бхакти – это реальный живой процесс. Господь, как они говорят, живее всех живых. То есть он сама жизнь. И мы его маленькие частицы все. И эта связь, которая связывает нас с ним, она очень крепкая, она вечная. Этот процесс бхакти оживляет ее, проявляет Господа в нашей жизни все больше и больше и больше. Поэтому мы будем слушать о явлении Господа. Это вторая глава читания Бхагавата говорит об этом. Почему пришел Господь, с каким настроением, и этот процесс Шри Харинама Санкиртаны, процесс проявления Господа, когда преданные зовут и в любви к Господу взывают к Нему, и Он как святое имя, и через святое имя, как форма, как качество, как игры, проявляется реально здесь, в этом мире, вот сейчас, где мы здесь, в этом храме, в нашем доме, где угодно, в нашем сердце. И остается с нами, если это чувство очень сильное в нашем сердце. Все, что нам надо, это только развивать это чувство любви, привязанности к Нему, к Его преданным, к духовному учителю и ко всем остальным вайшнавам. Итак, мы прочитаем, сколько мы успеем. Следующий стих, 23 из 2 главы.
Экахе Бхагавате Сарва Таттва Сара Киртана Нимитта Гаура Чандра Аватара. Шримад Бхагаватам описывается величайшая из всех истин. Господь не зашел как Шри Гаура Чандра, чтобы распространить совместное воспевание имен Кришны. Следующий стих. Это стих, следующий стих, это Шримад Бхагаватам, 11 песня, 5 глава, 31-32. Великий преданный Шри Карабаджана Муни, один из девяти ягендер, описывает царю Ними о том, как Господь приходит в эпоху Кали. Это очень скрытое знание Чана Аватара. Все знатоки вед, которые знают ведическое знание, досконально изучили его. Это явление Господа скрыто от большинства из них. Это очень сокровенно. Мы об этом слышали уже очень-очень много раз, потому что Шрила Прабхупада, Господь Чайтанья, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такура и Шрила Прабхупада сказали нам это. Мы об этом слышали, но по-настоящему осознать это, как он пришел, почему, какое его настроение, что такое према. Мы слышим это слово према, любовь, любовь. Нам сложно это понять, потому что еще нет прямо, она не проявлена в сердце. Но слушая об этом, мы понимаем все больше и больше. Мы как бы слышали уже, но не слышали. И поэтому, если мы будем слушать внимательно объяснения наших духовных учителей, однажды мы поймем так, что прямо действительно проявится. Поэтому мы это слушаем снова. Эти два стиха знаменитые. Первый стих. «О царь! Так как люди Двапара-юги возносят молитвы владыке Вселенной, теперь я объясню тебе, как в Кали-югу будут поклоняться Господу, следуя различным наставлениям священных писаний». И следующий стих. Кришна варнам твиша кришнам санга пангастра паршадам ягьяй санкиртана праяр яджанти хи сумедаса. Век Кали, мудрые, будут совершать Шри Харинама Санкиртану, поклоняясь Верховному Господу, уста которого никогда не покидают святые имена Кришны. Он сам Шри Кришна, хотя и не темного цвета. С ним всегда его оружие, слуги, спутники и близкие друзья. Комментарий. Шри Джива Госвами пишет в Крама Сандарбе и Сарва Самадине. Слово «твиша» означает, что его тело не темное. Иносказательно здесь указывается на золотой цвет, что оно не темное, значит, его тело золотого цвета. Воистину, разумные люди будут поклоняться этому Господу. Словосочетание «Кришна Варна» означает тот, кто обладает двумя слогами «Кри» и «Шна», то есть тот, чье имя включает в себя эти два слога, принадлежащие верховной личности Бога, Кришне. Таково имя Шри Кришны Чайтанья Дева, Шрила Прабхупада Ки Джай. То есть и одно из значений Кришна-варна – тот, чье имя включает в себя эти два слога, Кришна. По-другому слова Кришна-варна можно объяснить так. Тот, кто славит Кришну. Иными словами, Шри Чайтанья Махапрабху воспевает имена Кришны и при этом вспоминает свои Кришны, но его же собственные, свои экстатические духовные игры, милостиво рассказывая всем и каждому о величии своих святых имен. То есть, когда Господь Чайтанья, он всегда, его уста никогда не покидают слово Кришна, как он шел по Южной Индии, и там Кришна, 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 Кришна. И когда он говорит, когда он воспевает святые имена, он вспоминает эти экстатические духовные игры в Раджи, которые Кришна совершал. И поэтому эти слова рвутся сами с его уст. То есть это не просто какая-то, он заставляет себя это делать. Он не может удержаться. Он должен, как там иногда Гопал Гуру Госвами, когда Господь шел в туалет, он сдерживал язык свой, потому что его язык всегда хотел повторять «Кришна, Кришна, Кришна, Кришна». Это его умонастроение, это то, каков Господь Чайтанья. Вот какой он. И Гопал Гуру Госвами сказал: «Господин, почему ты сдерживаешь свой язык?» Как Господь Чайтанья сказал: «Потому что я не могу удержаться, а в отхожем месте некрасиво воспевать святые имена». Гопал Гуру Госвами, тогда еще маленький мальчик, сказал: «Но если ты умрешь в это время, бывает так». Увы, такое не было приятное, смерть такая, но так или иначе, в этом мире какая смерть была приятна, то не повторяя имена Кришны, что случится
с тобой. И Господь Чайтанья сказал, ты мой гуру, ты мне объяснил. Надо повторять святые имена всегда и везде. Нет правил, нет благоприятного, неблагоприятного. Святые имена надо повторять везде. Поэтому отныне ты гуру, гопал-гуру, Госвами. И вот так и звали. Господь Чайтанья в великом духовном счастье, в трансцендентной преме всегда воспевает святые имена и рассказывает всем и каждому о величии Кришны, величии замечательной сладости его игр и величии своих святых имен, величии святых имен Кришны. Вот каков Господь Чайтанья, который пришел в этот век аватара. Слово «сангам», «санга пангастра паршадам» призваны утвердить верховное положение Шри Гаурасундара, который приходит в мир вместе с своими полными экспансиями, украшениями, оружием и спутниками – Анга, Упанга, Астра и Паршада. Согласно мнению Шри Вьясадева, Анги Господа, то есть его экспансии, части его тела, являются его Упангами, Астрами и Паршадами. Полное проявление Господа прекрасны, поэтому они известны так же, как его украшения. То есть эти близкие спутники Господа, Чайтанья, Шри Нинанда Прабу, Шри Адвайта Ачарья и другие, которые его украшают, они прекрасны, поэтому они также известны, как его украшения. Они сильны, и поэтому их называют его оружием. Их сила сражает атеизм этого мира, и все становятся преданными под влиянием их проповеди. Как Господь Чайтанья отправил разных своих преданных проповедовать. Он отправил Нитинанду Прабу в Бенгалию, отправил других своих преданных. И они исполнены духовной силой, они прекрасны. В этом воплощении Господь и его спутники, как это, оружие. В другом воплощении Господь убивал чакрой и другими там стрелами, мечом и другими видами оружия, но в этом воплощении он сражает демоническое настроение в сердцах и так как бы убивает демоническое сознание, делая всех, кого он встречал, преданными, исполненными счастья и блаженства, которые также начинали повторять, как и он, Кришна, Кришна, Кришна. Не только он, но все его близкие спутники, Нитинанда, Адвайта, они как бы фактически части его тела, которые внешне проявляются, как эти замечательные, великие духовные личности, и его ближайшие спутники, которые так же, как и он, сражали всех остальных, поражали их, очаровывали и заставляли также начинать воспевать святые имена и становиться великими преданными и так далее. Слово «санкиртана» в этом стихе указывает на большое собрание преданных, где вместе поют святые имена Кришны. Итак, санкиртана-яги или совместное прославление Господа Кришны его преданными – высший метод достижения совершенства. Вишну Сахасранаме из Махабхараты Шри Гаура описывается так. Суварна-варна – тот, чье тело цвета золота. То есть, на самом деле, у нас божество белого цвета, но на самом деле Господь Чайтанья и его тело цвета золота. Хеманга – тот, чье тело подобно расплавленному золоту, цвета тела Шримати Радхарани. Сутам – тот, чье тело необычайно прекрасно. Просто видят, получив даршан Господа, люди, просто получив даршан, люди обретали любовь к Богу и испытывали величайшее блаженство. Его тело неописуемо прекрасно. Чандана была юкта, тот, чье тело умащено сандаловой пастой. Саньяса лила авиная кари, тот, кто принял отреченный уклад жизни. Шамагуна юкта, тот, кто всегда уравновешен. Шанта, тот, кто всегда умиротворен. Лучший из ученых мужей Шри Сарвабхаума Бхаттачарья так описывает нишествие Шри Гауры. «Пусть мой ум, как опьяненный нектаром цветка шмель, прильнет к благоуханным стопам Господа, пришедшего как Шри Чайтанья Махапрабху. Он возродил любовное служение Шри Кришне, самому себе, которое под действием неумолимого времени почти исчезло». Это стих из Шри Чайтанья Чандрадая Натаки, который цитирует Шри Чайтанья Чаритамрита. Чудесное, прекрасное описание Господа из разных писаний. То есть в Бхаратаварше, в Индии, некоторых так называемых ученых мужей, нашим ачарям Бхактивинод Такур и Бхактисиданте Сарасвати Такур, нужно было еще убеждать, что Господь Чайтанья – это верховная личность Бога. Мы
приняли это от них. Мы не знаем множество ведических писаний, поэтому... Но эти описания для нас не для того, чтобы убедить нас, но для того, чтобы наполнить наш ум прекрасной медитацией завтра, когда мы будем воспевать святые имена, сегодня, когда мы будем возвращаться домой, послезавтра, вечно, чтобы эти описания его качеств оставались с нами, и когда мы воспеваем святые имена, обращаемся к нему, мы медитировали на его качества, и тогда наше воспевание, как его воспевание, будет наполнено глубокой медитацией, радостью, счастьем будет наполнять сердце. Тут такая медитация. Он всегда медитирует на свои блаженные экстатические игры во Вриндаване, и его преданные, следуя по его стопам, также медитируют на его игры, на его качество, на его облик, и воспевание становится очень глубоким и радостным. Джай. Следующий стих, 26. Кали-юги сарва-дхарма хари-санкиртана саба-пракашилена чайтанья-нраяна. Сам Верховный Господь Шри Чайтанья проповедовал суть религии века Кали, совместное воспевание святых имен. Комментарий. Когда бы ни возникали споры о том, какой из методов духовного развития является наилучшим, лишь повторение харинамы не вызывает возражений, поскольку харинама киртан превосходит все остальные виды садханы. Шри Чайтанья Нараяна сказал в первом стихе Шри Шикшаштаки: «Читао дарпанам арджанам бхавамаха давагни нирвапанам шриях кайрава чандрика витаранам видьявадху дживанам анандам будхи варданам пратипадам пурнам ритасваданам сарватмаснапанам парам виджете Шри Кришна санкиртанам». Святое имя Кришны очищает зеркало сердца и гасит огонь страданий в лесу рождения и смерти. Зеркало сердца. Наше сознание покрыто, как описывает Бхагаватам, многими видами невежества, многими видами отождествления себя с какими-то материальными вещами и о том, что я наслаждающийся, мне принадлежат многие из этих вещей. Пока это остается так, мы связаны этими отождествлениями, понятиями, мы всегда страдаем, как океан рождения и смерти, мы тонем в нем вечно. И это воспевание очищает зеркало сердца. Как ночной лотос распускается в прохладных лучах луны, так и сердце начинает цвести в нектаре святого имени. В итоге душа пробуждается и раскрывает сокровище своего сердца, божественную любовь к Кришне. Вновь и вновь вкушая нектар, то есть поспевая снова и снова и чувствуя все больше и больше счастья, вновь и вновь вкушая нектар, душа погружается в океан всевозрастающей экстатической радости. Все аспекты духовного «я» полностью удовлетворяются, очищаются и в конце концов пленяются притягательным сиянием святого имени Кришны. Это первый стих. Второй и третий стих Шри Шикшаштаки также объясняют метод повторения святых имен Кришны. То есть Господь наделил святые имена всей силой, всеми своими энергиями. Но, увы, мы не обладаем привязанностью, нам не хочется повторять, невкусно нам. И как надо повторять? Господь Чайтанья говорит: «Тринада, Пису, Ничина, Таророва, Цакишнуна». То есть в настроении, не желая какой-то выгоды, почеты, оказывая почтение всем в смиренном умонастроении, воспевая святые имена, тогда можно с таким чистым, умиротворенным сердцем, чувствуя себя слугой всех вайшнавов, всех живых существ, действительно посвятить себя воспеванию Господа серьезно. Четвертый стих говорит об очищении сердца, анартха неврити. Наданам, наджанам, насундарим. То есть мы, практикуя преданное служение, а не абилашита шуням, чистое преданное служение ради удовлетворения Кришны, не ради выгоды, не ради счастья, не ради освобождения. Преданные желают развить себе любовь к Господу. Поэтому говорится, наши ачарьи говорят, что наша цель даже не Кришна, наша цель – Кришна Бхакти. Господь Чайтанья пришел в настроение Шримати Радарани. Она вечно погружена в океан величайшей премы, любви к стопам Кришны, окруженная своими спутницами. Так эти же самые личности пришли, сам Господь пришел в ее настроение, все остальные спутницы
Шримати Радарани, все остальные враджабаси пришли вместе с ним, как разные его спутники в Кали-югу, для того, чтобы с такой любовью поклоняться Господу и учить нас, как надо воспевать святые имена, как надо практиковать бхакти. Этот стих, четвертый стих, описывает очищение сердца, анарха неврити. Это очень-очень важно. Воспевать святые имена, если мы правильно это делаем, нужно так, тогда это очень быстро принесет желанный плод очищения сердца и глубокого духовного счастья, которое будет все возрастать и возрастать и возрастать. И тогда все остальное не важно. Тогда все остальное, все остальные вещи, эта жизнь уже сейчас станет совершенной. Очень простой метод, но Господь учит сам, что практиковать его нужно верно. Пятый стих объясняет вечное положение дживы. «Аи нанда тану джекин карам». «О Господь, сделай меня атомом у Твоих сияющих прекрасных лотосных стоп, слугой, слуги, слуги». Шестой стих повествует о том, что происходит с дживой, которая повторяет святое имя. Седьмой стих рассказывает о ее внутреннем состоянии. И, наконец, восьмой открывает признаки совершенства. Там все более повосходящие описываются симптомы бхавы, премы, которая в очищенном сердце сияет, эта прекрасная любовь к Господу, которая все возрастает и возрастает и возрастает. Это в комментарии, да. Пятый стих объясняет вечное положение дживы. И очень замечательный есть комментарий Шри Бхактисиддханта Сарасвати Такура и Шри Бхактивинод Такура на Шикшаштаку. Очень здорово читать и изучать это для того, чтобы мы могли практиковать повторение святого имя как можно лучше, с тем, чтобы достичь результата воспевания любви к Господу как можно быстрее в этой жизни. То есть метод работает, если мы правильно его практикуем, скажем, хотел сказать телевизор, мы не смотрим телевизор. То есть прибор, холодильник, работает холодильник для Кришны хранить Богу, работает, если в розетку его воткнуть и размораживать время от времени. В принципе, больше там, по-моему, ничего не надо, иногда мыть его надо. Вот. Так и, ну, немножко грубый пример, но метод бхакти работает без исключения для каждого и дает замечательные, чудесные плоды, если его практиковать правильно. Поэтому Шрила Прабхупада вставал очень-очень рано для того, чтобы писать свои комментарии, дать нам книги Шримад Бхагаватам, Бхагавадгиту, Нектар преданности, читание Чаритамриту, с тем, чтобы могли читать, очаровываться и понимать, как надо практиковать науку бхакти правильно и в этой жизни достичь совершенства. В этом нет никаких сомнений. У стоп Шрила Прабхупады можно достичь высшего совершенства, если практиковать бхакти должным образом в обществе преданных, избегая оскорблений. Хари Хари Боу! Итак, и здесь дальше этот комментарий заканчивается так. В Бхакти Сандарбе 273, это очень известный важный стих, Бхакти Сандарба 273. И в Крама Сандарбе, комментируя стихи Шримад Бхагаватам, Шри Джива Госвами описывает метод повторения святых имен в соответствии с наставлением Шри Гаурасундара. И он говорит следующее. В век Кали следует практиковать все методы бхакти, но их непременно следует сопровождать киртаном, воспеванием святых имен Кришны. То есть в этот век Кали все остальные практики саданы, которые мы совершаем, все остальные виды преданного служения опираются, наполняются силой благодаря воспеванию святых имен Кришны. Будь то поклонение на алтаре, слушание Бхагаватам – это фактически те же святые имена и слава Господа. Общение с преданными, защита коровы, все остальное, семья, все чем мы заняты. Просто мы должны устроить все так, чтобы помнить о Кришне, как говорится, стараться его не забывать, и чтобы вся наша деятельность, наша работа, наша семья, все наши обязанности, все наше служение, так или иначе, прямо или косвенно поддерживали санкиртану в нашей жизни и в жизни других преданных, воспевание святых имен Господа. Так или иначе, то есть мы работаем, потому что у нас есть семья, нам надо
поддерживать. Но суть этой жизни, суть этой семьи, суть этой наших обязанностей, мы служим Господу, воспеваем святые имена, и все остальное так или иначе косвенно поддерживает это. И ради этого стоит все остальное делать. Как даже еще Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур говорил, что если бы я знал, что мои дети станут замечательными вайшнавами, я бы имел сотни и тысячи детей. То есть все это можно делать ради удовольствия Господа, ради Шри Харинама Санкиртана. Если мы связываем все с служением Ему, с Киртаном, со Шри Харинама Санкиртаной, которая жизнь и душа всего, что мы делаем, тогда все это становится успешным и благоприятным. И проведя свою жизнь, чем бы мы ни занимались, в служении Харинама Санкиртаной, вот так вот, мы можем тоже достичь успеха. Это очень-очень важно. Не просто заниматься чем-то. Кришна говорит в одном из стихов Чатуршлоки Шримад Бхагаватам, если ты видишь что-то, что кажется отделенным от меня, это иллюзия. Поэтому все в этом мире – это Он, Его энергии. Все в этом мире, в жизни преданного надо связывать с Ним прямо или косвенно, так или иначе. Наша высшая цель – это Кришна Бхакти, это служение преданным, духовному учителю. И все наши обязанности, всю нашу жизнь надо так или иначе связывать с этим. И все, тогда успех обеспечен, чтобы мы никогда не забывали о нем и всегда оставались в сознании Кришны. И еще один стих. Кали-юги санкиртана дхарма палибаре аватирнахайва прабу сарва парикаре. Господь приходит в Кали-югу в сопровождении своих спутников, чтобы утвердить принципы санкиртана дхармы. Комментарий. Слово «санкиртана» указывает на громкое совместное воспевание имен Господа. Святые имена также известны как «тарака-брама» – трансцендентный звук, несущий освобождение. Тарака-брама содержит в себе знание о вечных взаимоотношениях дживы и Верховного Господа. Джива – это каждый из нас. Джива – Верховный Господь, отношения с Ним. Этот трансцендентный звук содержит в себе знание об этом. Святые имена сравнивают с цветочными бутонами, которые постепенно раскрываются, последовательно проявляя образ Господа, Его качества, спутников и игры. Поэтому, заботясь о благе каждого живого существа, Намачарья Шива Харидас Такур всегда повторял Тарака Брама Махамантру, потому что он хотел помочь всем живым существам и связать их с Господом. Прабура агьяя аге сарва парикара джанмава билена сабе мануша бхитара. Согласно воле Господа, Его вечные спутники родились на земле среди разных сословий человеческого общества. Ананта, Шива, Брама и великие мудрецы приходят как спутники Господа в каждом Его воплощении. Это следующие стихи, я уже читаю один за другим. Все они рождались как великие преданные, но только Гаура Кришна знал о всех рождениях каждого из них. Как Кришна говорит в Бхагавад-гите, я помню все наши предыдущие рождения, твое явление, мое и твое, но ты забыл об этом. Но я помню, много раз мы приходили с тобой. Так снова и снова Господь проявляет свои игры Шри Харинама Санкиртаны в одной вселенной, затем в следующей. То есть это лила вечно, из одной вселенной в другую, он несет этот чудесный метод Шри Према Харинама Санкиртаны. Его спутники всегда приходят вместе с ним, они части его тела, они части его окружения, которые проявляют весь этот духовный блаженный мир вокруг него. И они всегда приходят с ним. Он знает об этом, он знает о каждом из них. И он знает, есть даже Бхактивинода Такур иногда цитаты делает, предсказания Шива Бхактисиддханта Сарасвати Такур о том, как Шива Прабхупада поедет в те страны, в которые не ступала нога пандавов, там дальше интересно говорится, в земли не слишком благочестивые. И Шива Прабхупада поехал во все эти земли, приехал даже в Москву, в Киев не доехал, но зато приехали его другие преданные, Шива Ниранджан Махарадж и все духовные учителя, которые дали нам посвящение, и другие преданные, которые дальше во все города и деревни, в каждый дом, в каждую намахату несут дальше это знание Шри Харинама Санкиртаны. Господь знает о явлении каждого из преданных. Можно, конечно, вспоминать здесь дальше очень интересное, замечательное описание о том, как преданные являлись в разных землях. Я читал об этом, я думал о спутниках Господа, которые явились тоже
Бхагавата-чарья, Нитай-чайтанья Махарадж и все остальные, одного за другим, сколько их было, на Исполкомовской, в Дхаме, на Уездной и здесь, в этом замечательном храме. Сколько было преданных, которые явились в этих землях. Господь знает о каждом из них, о каждом из нас. Они явились для того, чтобы это движение Шри Харинама Санкиртаны продвигать дальше в Днепродзержинской Дхаме и в этой Дхаме. По воле Господа приходят его преданные. Можно сказать, что наше рождение мы не совсем преданные. Они вечные, мы не можем, я прошу прощения, мы не можем себя с ними сравнивать, они вечные спутники Господа, они вечные совершенно. Но так или иначе, в этой нашей жизни Господь по его милости, по милости его преданных, мы стали преданными. Господь проявил эту Харинама Санкиртану здесь, и преданные проявились вот в первом храме. Я уверен, у каждого из нас есть эти самскары, этот опыт, когда мы приходим, пришли впервые, и там этот запах благовоний был. Я их ищу до сих пор. Где эти благовония? Пару раз я их слышал потом, которые предлагали на Исполкомовской. И там эти первые воскресные программы. И первые киртаны были сидя. И мне так тяжело было сидеть на полу. Было так здорово, было так загадочно, интересно, но было тяжело. И Боря был такой, я не знаю, кто-то знает о Боре. Уже, наверное, никого здесь нет, кто знал Борю. Может быть, вы знаете, пробую уже, помните. Боря пел киртан, он был хороший, но он был такой сидячий и так немножко такое. А потом однажды, через пару месяцев, Бхагаватачарья устроил, Бхарадвадж, я прошу прощения, Прабу, устроил танцующий киртан. И оказалось, что можно петь киртан и танцевать, не только сидеть и так, Ари Кришна. Можно танцевать, как это понравилось мне, как это было здорово. Мы все вспотели, мы танцевали. Я помню, были такие здоровенные караталы, Гирьядов играл на таких здоровенных, звонких караталы. Вот. И ух ты, новый опыт, вот что такое Шри Харинама Санкиртана, танцующий киртан. Просад в кухне, вот эти миски солдатские, 100 мисок, я не знаю, таких больше нет, сейчас пластмассовое все. Железно-алюминиевые миски, в каждую литр дала влазит, и гора риса на таких длинных, таких, и такие чашки, таких больше вообще, наверное, во Вселенной нет, которые были. Такие они были, вот такие круглые, вот такой глубины, такие интересные, где такое было. Вот, и все садились вот так, в комнате, которая была на треть меньше этого, садилось 100 человек, вот как непостижимым образом многие за плечи засовывали, и просад, рис, сечка, плов, и дал с красным перцем острым, потому что это просад из Индии, он должен быть острым, больше никаких специй, бадьян и красный перец, халавы не было, что у нас было, был рис, плов, овощной, сабджи, картошка, морковка, капуста, свекла, тушеная в подсолнечном масле, вот эти вот казаны глубокие, толстые. Так вот этот вкус, это вкус детства духовного. Вот, кто помнит. А в Киеве тоже такой просад. Мы приезжаем в Киеве, а там Камалаканта в этой микроскопической кухне, там пару квадратных метров на этой печке, да, стоит такой котел совершенно огромный какой-то, солдатский, где они взяли там 70 литров или 90 литров. И он там варит с 3 утра до 10 вечера, как Вибхути Шакти говорил, что он успевает только один стих Бхагавад-гиты прочитать в день. Он так занят, и как-то читает быстро свою джапу, а потом все остальное время он варит с утра до вечера, и с такой аскезой, такой просад был, ты приезжаешь туда, и ты его ешь, у тебя так, как-то такой взрывается такой браман в голове, это такое сияние, китри и гречка с гвоздикой, и ты ее ешь, и каждое, как это, каждое слово, это песня, каждый шаг – это танец, а каждый глоток – это такой какой-то божественный нектар, который даже полубогам не достается. Этот просад, я не знаю, наверное, Господь просто давал милость вначале, вот, после этой жизни, как вот ты вот открываешь для себя это преднаслужение, но очень особенный был даже Бхагават-прасад, это дух, вот эти благовония, это такой какой-то восторг во время киртана. Конечно, были многие-многие другие вещи, но иногда было тяжело, по-всякому было, но вот это вот такой удивительный духовный этот опыт, и такие самскары навсегда остаются, эти преданные, которые служили, которые в таких условиях жили, которые такие аскезы делали, и при этом были исполнены удивительной радости, счастья, такие киртаны были просто летающие, все вокруг Туласи летали, правда сейчас преданные, я тоже так очень восторжен, я другим преданным писал, здесь раковина протрубила, они все поют Харе Кришна, и поют. Здесь такой дух хороший, здесь преданные поют Харе Кришна мантры. Я преданным отсюда написал, Рамрой написал в Нью-Йорк.
Вот. И так что далеко не везде, особенно вот в связи с этой эпидемией, все далеко не везде такой восторженный, замечательный дух. Я вам скажу, преданный, это один из самых лучших храмов мира на самом деле. Может быть, вы кто-то отдает себе отчет или нет, но далеко не везде такая какая-то такое многообразие. Очень много же всего тут было, и Гурукула, и театр, и чего-то только не было за все эти годы, и Падаятра, и Радхаятра, и далеко не везде столько преданных, далеко не везде столько разнообразия, какого-то общения такого. У кого-то, конечно, может быть, есть какие-то претензии, они всегда могут быть, но если смотреть на духовную возможность, как Господь дает нам развиваться, практиковать, благодаря вот этим преданным, которые 30 лет, и когда там это все начинали, строили эти храмы, и как это все было, вот Господь проявил свои игры санкиртны в Навадвипе, здесь дальше в следующих стихах говорится, и те же самые игры Он проявил здесь. Конечно, мы себя не сравниваем с его вечными спутниками и с ним, но это те же самые игры Шри Харинама Санкиртны. Не принимайте этот храм и процесс бхакти дешево, эту возможность общаться с преданными. Это те же самые духовные игры, которые Господь проявил там, Он сейчас проявляет их здесь, каждую минуту, каждое время. Это духовная реальность, но она настолько духовна, насколько мы видим и хотим это видеть таким образом, хотим это понять и реализовать это в своей жизни так. Насколько мы действительно так жадны до духовного восприятия, до общения, до слушания Шраванам, Киртанам, Вишну, Смаранам и воспевания святых имен, до Харинама Санкиртаны, до его вот этого удивительного движения божественного, сияющего, которое он проявил в этом мире, настолько оно и открывается нам. Вот просто действительно искать этот нектар, как молится Шри Сарвабхаума Бхаттачарья, я хочу вкусить нектар лотосных стоп Господа. Вот это прекрасное общение с преданными, слушание и воспевание – это нектар. Какие-то другие вещи, которые могут быть, мы не освобожденные, к сожалению, личности, какие-то другие могут быть побочные вещи, но мы должны ценить, сосредоточивать свое внимание на этом. Все остальное временно, этот процесс Шри Харинама Санкиртаны вечен, наша связь с Господом вечна. Пожалуйста, всегда оставайтесь в этом процессе, оставайтесь живы в сознании Кришны. Я говорю такие вещи от лица Шрилы Прабхупады. Мне самому надо, чтобы меня кто-то этому учил. Я не говорю это как какой-то наставник или я хуже вас всех. Но просто Шрила Прабхупада и автор Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, такой Вриндаван Дас Такур, это то, вот как они говорят в этой книге, что мы просто должны всегда оставаться живыми в этом процессе Шри Харинама Санкиртаны и видеть эту духовную реальность по милости духовного учителя и преданных. Мы всегда искать эту реальность и осознавать, что она есть, она проявлена всегда. Бог есть всегда, Его преданные всегда есть. И иногда, если мы этого не видим, нам просто надо обратиться к Господу и опять восстановить эту связь. Кришна приходит снова и снова и снова. Миллион лет назад Он приходит каждую минуту в нашу жизнь, когда мы немножко забываем о Нем, и потом опять желаем вспомнить, и Он опять приходит. И просто вот это общение с Ним, оно в этой жизни должно стать постоянным, очень прочным, очень глубоким. И это есть процесс бхакти, которому учат Шри Чайтанья Бхагавата и другие замечательные книги, которые мы читаем. Поэтому давайте будем оставаться всегда живы в этом процессе, в этой жизни, и что там Господь впереди, духовный мир преданный, просто всегда счастливы в Харинама Санкиртане. Это и есть духовный мир. Когда это проявляется в полной мере, это и есть духовный мир. И когда эта оболочка, она падает замертво, как через 5 минут, через год, через 50 лет. Дай Бог, и если больше времени, то хорошо. Но как Господь уже все устроит. Естественным образом, в таком духовном сознании мы переносимся туда, где Господь совершает эти игры. Вот и все. Очень простой секрет. Просто совершать Харинама Санкиртану с преданными как можно больше, как можно чище, как можно глубже. Джай. Шри Харинама Санкиртна Ягья Ки Джай. Как говорит Прабуджи. Шри Бхагават Прасадам Ки Джай. Шрила Прабхупада Ки Джай. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур Ки Джай. Шри Вриндаван Дас Такур Ки Джай. Гоу Премананди. Хари Хари Боу.